В поселке Томилино работает научно-производственное предприятие «ЭЛТОМ». Оно образовано приказом Министерства радиотехнической промышленности в 1956 году. На этой площадке впервые в СССР были разработаны и освоены в серийном производстве интегральные микросхемы и СВЧ-диоды. Чем живет компания сегодня, узнала наша съемочная группа. «ЭЛТОМ» расшифровывается как «Электроника Томилино». Можно с уверенностью сказать, что здесь началась история отечественной электронной промышленности. Год за годом предприятие расширяло свои возможности и сегодня по праву считается одним из лидеров в своей отрасли. Предприятие на сегодняшний день очень востребовано. Почему? Потому что выпускает микроэлектронику, очень востребована для нашей обороноспособности, и модули вторичного электропитания. Она используется в «Росатоме». Используется в Роскосмосе, используется во всех средствах поражения. Предприятия такие стратегические, «Алмаз-Антей», «Алмаз», «Крет», «Вертолеты России», «Объединенная авиационная корпорация», предприятие «Ростеха», предприятие оборонной промышленности. Микроэлектроника – сердце любой высокоточной аппаратуры. Сегодня она необходима как никогда. Чтобы справиться с высокой нагрузкой, предприятие работает в три смены. В штате сотрудников 250 человек. Это опытные физики, конструкторы и научные исследователи. Замечательное предприятие. Оно современное. В технологическом плане оно, я оцениваю, соответствует, по сути, мировым стандартам в плане производства электроники. Я уверен, в этом предприятии есть большое будущее. Останавливаться на достигнутом руководство научно-производственного предприятия не намерено. Стратегический план развития компании разработан на 10 лет вперед. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.